7 и 8 июня в Саровском драматическом театре пройдет юбилейный спектакль «Берегите головы». Начало 18:00 для лиц старше 18 лет. А 8 и 9 июня в 11:00 для маленьких зрителей покажут сказку в концертном исполнении «Хрустальный букет» для лиц старше 6 лет. 8 и 9 июня в 11 и 16:00 откроет свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут сказку «Бамбуковый остров». Спектакль рекомендован для детей старше 4 лет. В городском музее пройдет персональная выставка члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации, доцента Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки Александра Волкова. В выходные в художественной галерее пройдет выставка «Море цветов 2024». Представят натюрморты, написанные в художественной галерее, живопись и графику художников из Сарова, Москвы и Нижнего Новгорода без возрастных ограничений. Музей народной игрушки приглашает всех желающих на выставку «Волшебство крючка и нитки». Творческие работы участников клуба «Свяжем сказку сами». Сотрудники детского парка приглашают горожан посетить выставку «Под открытым небом. Году семьи». Работы вывешены на заборе со стороны улицы Сосина. Также горожане смогут увидеть проект «Семейная история». Выставка собрана из произведений на тему семьи и детства выдающихся отечественных художников рубежа 20 и 21 веков, чьи картины хранятся в крупнейших музейных коллекциях. В экспозиции представлены полотна таких авторов, как Федор Решетников, Юрий Пименов, Аркадий Пластов, Юрий Кугач и других. Парк имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 8 июня на спортивной площадке молодежного центра пройдет цикл спортивных мастер-классов «Спорт. Альтернатива вредным привычкам». Начало в 16:00 без возрастных ограничений. 8 и 9 июня в 10:00 на стадионе ИКАР пройдет фитнес-утро. Приглашаются все желающие.